путь к вершинам власти был у президента Эрдогана совсем непрост. Он прошел через сложные периоды политической борьбы. Сегодня президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган не просто лидер турецкой нации. Он один из самых авторитетных, уважаемых и признаваемых лидеров современного мира. И, на мой взгляд, он является живым примером, что называется, как принято говорить, self-made man, человека, который сделал самого себя. И при этом за годы своего руководства Эрдоган сумел добиться того, что его страна стала не просто крепче, устойчивее, но с ней сегодня считаются во всем современном мире. Современная Турция – мощное государство как в экономическом, так и в военно-политическом плане, которое прилагает усилия для решения глобальных проблем, вопросов региональной безопасности, обеспечения прав тюркского и мусульманского мира, заботится о благополучии и процветании своих граждан. И в этом большая заслуга лидера нации, президента Реджепа Тайипа Эрдогана, который вот уже 20 лет идет рука об руку со своим народом и в горе, и в радости.